Привет, дорогие подписчики и зрители канала! С вами мастерская Handicraft. Сегодня будет особенный выпуск, потому что я начинаю серию видео подготовки к Новому году и Рождеству. Если честно, мне не терпится начать делиться с вами идеями, потому что я подготовила очень много всего интересного. Сейчас я покажу вам, как сделать мини-елочку для создания новогодне-творческого настроения. Итак, вам потребуется сосновые шишки, какая-нибудь пластиковая коробочка, одноразовый стаканчик, колпачок из-под аэрозоля, что угодно, что вы сможете использовать как горшок для елки. Также я буду использовать обрезки фетра, можно взять сизаль, можно взять бечевку, можно взять нитки, все, что у вас есть. Также нам понадобится клей-пистолет, элементы декора, различные ленты, бусины, полубусины, стразы, что хотите, бечевка или шпагат и строительный гипс. Первым делом я буду делать заготовку нашего будущего горшка, где будет стоять елочка. Для этого я подготовила гипс, согласно инструкции, указанной на упаковке с гипсом. И сейчас буду наполнять вот этот стаканчик. Оставляем заготовку с гипсом до полного высыхания. После высыхания гипса приступим к декорированию нашего стаканчика с помощью бечевки. После того, как я обклеила горшочек для елки бечевкой, я буду приклеивать фетр вот к гипсу. Делать это можно в произвольном порядке. Вот такая вот полянка для елочки получилась. Теперь я буду приклеивать нашу елочку с помощью клея-пистолета. Теперь мне осталось лишь нарядить мою елочку. Для этого у меня есть вот такая вот золотая лента, золотистые бусины, прозрачные капельки. Сейчас это я все буду приклеивать. Thank you.
такая нарядная елочка у меня получилась. Надеюсь, мое видео вдохновит вас на творческие подвиги. Спасибо, что посмотрели, подписывайтесь на канал и уже очень скоро увидите вторую серию видео о подготовке к Новому году и Рождеству. Всем пока!